На вытворчую базу коммунального жилево-ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Чыгуначнае» мобильная группа горвыканкама приехала до початку працовного дня. Это традиционная практика – проверка працовной дисциплины. На этот раз порушение не зарегистрованное. Не выкликают пытанию и выники проверки працовников на алкотестеры. У стане алкогольного опьянения не находится никто. У отрознения от ситуации, якая регистрировалась 10 год тому, сегодня выпадки, когда нехто приходит на предприятие у нецвярозом стане, стали знать больше редкими. И такая лишьба. У этом годе за порушение дисциплины на коммунальном предприятии «Чыгуначнае» были звольнены усяго 2 человеки. Куды больше значная проблема – недохоп специалистов с опытом практичной работы. Именно специалисты, которые должны отвечать за электрохозяйство, за тепло, это, конечно, да. Ну и очень, как говорится, испытываем большой кадровый голод именно в специальностях мастеров и ведущих инженеров, именно по РЭО. Конечно, да, сейчас у нас несколько отсутствует, потому что должна быть и соответствующая квалификация, и мы уже, как говорится, требуем, чтобы и опыт был. Хоть увогуле без зауваг проверка все ж таки не обыходится, починаючи от неправильного оформления документации. Кто конкретно аховывая маемость у ночный час и як водитель смог пройти медицинский огляд еще до прихода на работу? Для городской мобильной группы дробезев не існуе. Дальше практично нигде працовников сегодня не проверяют на наявность в организме наркотичных сродков. Процедура не танная и в организациях на ее часто экономить. Еще одно питание до оснащения техники. Те же аптечки и вогнетушители есть не усюды. Порушения, сдавалось бы, незначные, але и они могут привести до несчастных выпадков. У этом годе на вытворчести у Гомеля загинули 5 человек. Летось за гэты ж период – 3. Что робить проблему захования працовной дисциплины особливо актуальной? Ситуация, что касается дисциплины, производственной дисциплины и дисциплины труда, немножко расслабилась. По сравнению с, как, например, в первом квартале, начале второго было. Поэтому нужно эту дисциплину возвращать на место, восстанавливать. Люди должны понимать, что только соблюдая все необходимые производственные процессы и своевременно приходя на работу, выполняя все соответственно данные технологическим процессам, только это будет результат. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».